Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Ну что ж, ребятки, я вас всех приветствую. В этом ролике я вам покажу свой новый интересный тягач, довольно-таки редкий. Поэтому смотрите видео от начала до конца, ставьте лайки, ну и, конечно же, подписывайтесь на канал. Я вам сегодня в ролике его покажу, расскажу, кто это, зачем там и так далее. Ну и, конечно же, мы еще поработаем дальнобойщиком, сделаем несколько рейсов. Все полезные ссылочки есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Если что, играю на втором сервачке, а именно Yellow, поэтому приходите, буду реально всем рад. Но если вам нужны деньги на первое время, то, конечно же, не забывайте вводить мой промокод. Вводите промокод Полканов, его можно вводить на любом серваке, его можно вводить до 5 уровня. Поэтому берите, пользуйтесь, и у вас будут первые деньги, за которые вы сможете купить себе первую машину и квартиру. Я вам пожелаю только приятного просмотра, приятного аппетита, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал, присаживайтесь поудобнее, берите с собой попить, покушать. Всех обнял, приподнял. Ну что ж, ребятки, за моей спиной находится тот самый тягач, про который я сегодня вам расскажу. Я думаю, вы привыкли меня видеть именно на газоне, потому что на газоне я реально очень много откатал, а именно примерно 7, либо 8 месяцев, но по причине того, что я хотел купить бизнес, мне пришлось его продать. Денег у меня, конечно, не особо, тем более я еще должен, но пришлось как бы покупать себе тягач для работы, потому что брать постоянно газоны у других игроков мне реально немножко надоело, да и в принципе хотелось уже реально купить что-нибудь свое. И подвернулся очень хороший вариант, который я решил реально приобрести. Как вы можете заметить, это Renault Magnum, ребята. Как я и сказал, как бы денег у меня не было, чтобы купить себе, допустим, тот же самый газон. Потому что газон хороший, стоит минимум 80 миллионов рублей. Да, у меня газон как бы был долгое время, мне он очень сильно нравился, у меня была там аудиосистема, третий чип, гидравлика, то есть он был полностью заряжен, то есть там было все, кроме стробоскоп. Но по обстоятельствам, как я и сказал, я хотел купить бизнес, я его, кстати, купил, я думаю, многие об этом знают. По этой причине я продал газон, и мне не на чем было работать. Потому что я как бы дальнобойщик, у меня 112 скилл, то есть я люблю катать дально, мне эта тема нравится, и тем более она мне приносит деньги. И поэтому было принято решение купить себе фуру. Это на самом деле получилось спонтанно, просто мой знакомый купил эту фуру, и как бы я у него увидел, я такой, блять, мне она нужна просто. Я хочу тебя ее купить, я купил у него ее чуть-чуть дороже. Вот сейчас вы можете наблюдать, из-за чего я его купил. Да, пацаны, здесь стоит статичный неон, который на самом деле очень редко, и встретить Magnum на таком неоне — это реально что-то нечто, потому что таких Magnum я не видел. То есть, чтобы понимали, это единственный Magnum с таким неоном на серваке. Не буду утверждать то, что на проекте, но на серваке это единственный Magnum на статичном неоне, и мне он очень сильно понравился, потому что на 01 серваке у меня также был Magnum на статичном неоне, только зеленого цвета. По факту, ребята, я его купил чисто из-за неона, потому что если бы здесь не было неона, я бы, честно, его бы не покупал. Я подумал то, что возьму себе этот Magnum на первое время, возможно, я в будущем потом сюда поставлю просто аудиосистему и гидравлику и оставлю себе. Этот вариант, пацаны, я не исключаю, потому что мне он реально нравится. Да, в любом случае, газон — это имба. Лучше газона нету ничего. Да, ребятки, возможно, неон не самого лучшего цвета, то есть это либо голубой, либо бирюзовый, то есть день и ночь он выглядит по-разному. Днем он такой более бирюзовый, ночью он такой более синий, поэтому неон реально прикольный. Мне как бы нравится, я доволен, то есть я его вот переделал под себя, поставил винил, диски, поставил тонировку. Мне все-таки кажется, вы оцените мой выбор, потому что многие меня помнят именно на Magnum, как я катал на Magnum, качал скилл там и так далее, как это было еще на 01 серваке. То есть я всегда там топил за Magnum, у меня был Magnum, и я реально кайфовал. Вот так вот, ребята, выглядит ПТС данного автомобиля. Да, я понимаю то, что здесь много владельцев, но я всегда говорил, пацаны, это рабочая машина, здесь похуй должно быть, сколько владельцев. Хоть их будет 100, мне реально будет без разницы. То есть собирать там рабочую машину с одним владельцем, я не вижу никакого смысла. То есть да, пацаны, здесь третий чип, здесь нитро, и здесь стоит статичный неон. Газон, конечно
же, лучше по работе в любом случае. Я по этому поводу даже спорить не буду, потому что у меня у самого был газон, и я на нем проработал очень много и заработал очень много. Я на нем вкачал реально там 100-й скилл, 110-й скилл я тоже вкачал на газоне. То есть газон — это реально имба для работы, для заработка. Но как я всегда говорил, магнум — это именно для души. Это реально для атмосферы, для души, чисто поездить, поработать там. Настоящий дальнобойщик, он именно должен быть вот такой вот, на фуре, прицепом. Просто самое интересное, то что у меня на данный момент нету ни компании, ничего подобного нету. То есть я могу спокойно работать, как бы. Я не катаю там на премии, я не катаю на топ, я катаю на себя. Я заметил именно разницу по процентам. То есть да, на газоне нету комиссии, а на магнуме есть комиссия, и она довольно-таки большая. И вот это немножко напрягает, потому что я когда на газоне катал на себя, мне приходила полная сумма. Я его на самом деле купил где-то дней 5 назад, просто как бы вышла обнова, и я решил пока что не записывать видео, потому что всем было бы не до этого. Ну а сейчас вроде бы как все успокоилось, более-менее все уже обнову посмотрели, и наконец-то я вам могу показать свой новый тягач. Как я, ребята, говорил, на 2-м серваке он один с таким неоном, то есть он реально выделяется, и мне это нравится. Я думаю, на первое время, пока я не отдам там долг, магнум — это реально отличное решение. Кстати, насчет внешнего вида, я не знаю, понравится он вам или нет. Ну, как по мне, выглядит симпатично. Просто я его постарался сделать в одном стиле, именно под неон. Я думаю, получилось как бы неплохо. Когда у меня был, получается, магнум черно-желтый, у меня был зеленый неон. То есть он тоже классно выглядел. Если найду фотку, либо еще что-то, я вам реально покажу. Он реально был максимально просто красивый. Были, конечно, у меня уже с ним неприятные ситуации. Допустим, я ехал с Лыткарина в Бусаево и случайно улетел в канаву. И оттуда выезжал я, наверное, минут 10, потому что лил дождь, просто машина буксует. Еще вот это ограничение 20 километров, я еле-еле как реально выбрался. Еще и прицеп как помешает. Я реально с большим трудом просто оттуда выехал, поэтому и за счет того, то, что у вас такая, знаете, массивная фура, у вас еще и прицеп. Если вы там куда-то улетаете, либо где-то, знаете, застряли, то реально будет сложно выбраться. На газоне это делать гораздо проще. Я думаю, вы сами уже замечаете то, что в последнее время
магнумов вообще нету, личных. Ты кажешь, что магнумы, то понятно, они есть, но именно личные магнумы, я реально, когда на газоне даже работал, я очень редко встречал. Ну что ж, ребята, вот про такие вот ситуации я вам и хотел рассказать, то что вот я как бы въебался в дерево, улетел в поле, тут еще ограничения. Выехать реально это пиздец просто. Я не знаю, как отсюда выезжать, каким, блядь, образом, потому что у меня еще прицеп тянет. Так, давайте попробуем прицеп отцепить. Вот такие вот испытания, пацаны, вас ждут. Сейчас попробуем, может, жопой заехать. Жопкой он, в принципе, должен заехать, во. Вот такие вот, пацаны, бывают нюансы у дальнобойщиков. Поэтому, вот, запоминайте. Давайте сейчас быстренько грузик цепляем и едем. С газоном, в принципе, все намного проще. Особенно, если у тебя есть гидравлика, то это вообще имба. Ты выйдешь откуда угодно и проедешь где угодно. На магнуме, да, это тяжелая, большая машина, зато не скучно реально. На газоне ты просто едешь туда-сюда, туда-сюда. На магнуме постоянно что-то, прицеп улетел, ты там перевернулся, взорвался, еще что-то. С магнумом реально бывают очень веселые ситуации. Также я бы хотел обратить внимание на пробег данного автомобиля, то есть это реально много. Пробег 272 тысячи. Я на нем накатал примерно 2500 километров. В целом, я вам, в принципе, все рассказал, что хотел, то есть я вам показал, что я купил, зачем я купил, за сколько я купил, я говорить не буду, ребята, потому что, скорее всего, либо нет, либо да, я буду его потом в будущем продавать. Я сейчас скажу цену, потом кто-то посмотрит, увидит, захочет купить, скажет, так ты его за другую сумму купил. Лично я считаю, то, что цена нормальная для такого автомобиля, тем более, пацаны, это реально рабочая лошадка, это просто не автомобиль, на котором вы будете возить жопу. На этом автомобиле я реально буду зарабатывать деньги. Да, я, конечно, сейчас катаю не так часто, как раньше, потому что я сейчас стараюсь каждый день выпускать ролики, хочу почаще делать стримы, поэтому у меня просто физически нету времени, как бы, катать долго-дально. Но в любом случае, я не жалею то, что я его купил, то есть это осознанная такая покупка, я очень доволен, то есть здесь стоит неон, который мне в принципе нравится. Да, зеленый был бы, конечно, поинтересней, либо красный. Но и на этом спасибо, потому что выбирать, пацаны, нечего, понимаете? Потому что он единственный такой, но внешне мне он прям очень сильно нравится, то есть этот винил, эти диски, этот неон, он еще и без номеров, то есть смотрится реально очень круто, я прям доволен. Да, возможно, кому-то этот стиль не понравится, возможно, кто-то бы сделал по-другому. Я сделал так, как я считал нужным. Мне нравится, я доволен. Ну что ж, ребята, я на этом буду заканчивать. Надеюсь, вам понравилось это видео. Да, оно там не было какое-то супер крутое, информативное и так далее. Я просто с вами поделился о том, как я купил данный автомобиль и что он из себя представляет. Некоторые уже могли его наблюдать на стриме, но в любом случае я решил записать отдельное видео, чтобы вы, в принципе, все подробно знали, чтобы потом не было вопросов, откуда там и так далее. То есть, да, пацаны, у меня есть вот такая вот фура, мне она нравится, она прикольная, и она довольно-таки редкая за счет неона. Все полезные ссылочки есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну и, конечно же, не забывайте вводить мой промокод. Всех обнял, приподнял, всем пока-пока.